Друзья, всем привет! Мы запустили новый проект. Проект называется «Мастер-группа Кундалини Лайф». Мы будем обучать тому, как вести классы онлайн. Мы проводим классы уже около полутора лет, начиная с 2019 года уже, скоро 2 года будет. И мы хотим делиться тем, что мы знаем. Как ставить свет, как организовывать трансляции в Zoom, где взять этот Zoom, какие форматы Zoom есть, как сделать так, чтобы трансляция дублировалась на YouTube, чтобы у вас страница была на YouTube, как написать о себе. У нас будет отдельный блог о том, как писать о себе. Мы будем рассказывать все, что знаем, без утайки. Мы подготовили программу на 7 классов, после которых вы сможете уже преподавать в онлайне спокойно. Классы останутся с вами в записи, и вы сможете в любое время их пересматривать. Мы подробно запишем, где какие галочки надо поставить, как настроить свет, фон, где у вас должна стоять камера, какие камеры должны быть, что вы можете сделать, как расшарить музыку, откуда ее взять, в конце концов, где музыку взять для кундалини-йоги, мы все это расскажем без длинных разжевываний за несколько строчек. У нас будет копирайтер, который расскажет вам, как составить свой профиль. То есть вам нужно рассказать о себе в соцсетях, вам нужно написать о себе. И это должно быть нормально, лаконично, чтобы человек по диагонали сразу увидел. То есть если я открываю лендинг или же какую-то страницу профиля, если я сразу не понимаю, что это, я закрываю ее. И каждый так делает. Никто не будет читываться, если у вас написано вот там какая-то билиберда. Четко, ясно, понятно. Мы это расскажем. Мы расскажем о том, обо всех тонкостях, подводных камнях, как план класса составить, как сделать так, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств. То есть, если у вас может выключиться свет, электричество, вы должны быть готовы к этому. Вы должны понимать, какую музыку ставить, какой момент времени, как не выгореть, техника безопасности, беременные, с какими-то проблемами по здоровью, мы это тоже расскажем. 7 классов, по 2 часа каждый, 14 часов, и вы уже сможете преподавать. Всего будет 5 модулей, и первый модуль – это база. База, после которой вы сможете уже вести классы. Вам уже второй, третий не нужно будет, но мы будем делиться всем, что знаем. Мы провели около 2000 классов, и мы накопили некоторый опыт. Мы готовы им делиться. Это будет не так дорого, не так долго. Записи останутся, и мы будем с вами на связи. Друзья, присоединяйтесь. Мы хотим, чтобы как можно больше людей стало на планете преподавать, вести осознанный образ жизни. И мы хотим, чтобы это пошло в люди, то есть это не было каким-то закрытым знанием. Пусть все знают, как вести классы. Пусть будет больше учителей. Пусть это все растет. Мы хотим, чтобы сообщество росло. Мы хотим, чтобы онлайн развивался. Неважно, в России или в Америке, в Германии, в Израиле, везде. Пусть везде это растет. Будьте с нами, будьте сами по себе. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о вас. Конкретно о вас, потому что кто-то ждет, чтобы вы начали преподавать. Кто-то хочет, чтобы именно вы стали тем человеком, который приведет его на коврик йоги. Но будьте им. Мы с вами, мы поможем. Садхнам, Вахигуру, присоединяйтесь.